Интриги не получилось. На 14 забитых командой «Саровинвест» шайб хоккейный клуб из Арзамаса смог ответить всего четырьмя. Игроки саровской команды взяли на себя инициативу с первых минут встречи. Три быстрых атаки закончились голами в исполнении Михаила Румынина. Завершать матчи с двузначным счетом на табло нашим ребятам помогают не только тренировки и личное мастерство. Поддерживают близкие, приезжают девушки, жены. И так, ну, обычные болельщики тоже видно, орут, болеют. Поддерживают команду, чтобы выигрывал даже не в своих дверях дома. Во втором периоде болельщики оживились на трибунах. Собравшись силами в перерыве, арзамасские хоккеисты начали отвечать голом на гол. Несколько пропущенных подряд шайб хоккейной команды «Саровинвест» слегка озадачили тренера. Счет все равно позволял играть. Я думаю, небольшие расслабления сказались. И где-то вратарь неуверенно сыграл. После второго перерыва хоккеисты Сарова учли ошибки предыдущих игровых отрезков и вновь смяли оборону арзамасцев. Быстрые атаки и точные пасы, множество бросков по воротам и удалений, которые следовали одно за другим. Борьба выдалась интересной и эмоциональной. По мнению болельщиков, вторая встреча этих двух команд получилась более зрелищной. Видно, что спортсмены из Арзамаса готовились ко встрече с лидерами турнира. Но уже они почетче стали играть, сопротивляться, бороться. Ну, интересная игра становится. Игры серии плей-офф только начались, и впереди у команды «Саровинвест» еще немало выездов и домашних матчей. Как показывают результаты всех предыдущих игр, у ребят есть большие шансы стать чемпионами области. Кирилл Васильев, Владимир Есенников, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».